кого-то, говорят, там расстреляли. У вас где-то погибло очень много. Это около 300 человек, что там сказали. Ну, это еще где? В начале, когда мы только приехали. Да, там попали они. Вот, их в леспосад повезли. Вот. Автоматы выдали, а патронов нет. А вот недавно еще тоже расстреляли группу там.